И сегодня же в Москве Михаил Игнатьев поздравил с Днем пограничника тех, кто защищает и защищал рубежи страны. Встреча прошла в полномочном представительстве Чувашской республики при президенте России. И сегодня гостеприимное представительство, на самом деле, приняло в гости многих легенд пограничных войск, людей, которые прошли войну, людей, которые командовали кругами, у которых боевые награды, почти все из них прошли в Афганистан. И сегодня они здесь. Приглашенные поблагодарили главу за работу по патриотическому воспитанию молодежи, которая проводится в республике, и в частности окружном кадетском корпусе. Эти люди, отметил Михаил Игнатьев, всю жизнь служат Отечеству, обеспечивают целостность, безопасность, стабильность.